В Твери продолжается проверка качества ремонта дорог и тротуаров, которые ремонтировали этим летом. На объектах проходит рабочая комиссия для того, чтобы проверить, как выполнена работа, и в случае необходимости поставить подрядной организации задачу устранить недостатки. На этой неделе качество выполненных работ проверили на свободном переулке. Комиссия, в составе которой входит представители администрации Твери, дирекции территориального дорожного фонда Тверской области, контролирующих организаций общественности, проверили соответствие выполненных работ на объекте с нормативами и проектом. Проведен ремонт покрытия тротуаров, уложена брусчатка, гипропрессованная. Также проведены работы по устройству доступной среды для маломобильных групп населения и установка тактильной плитки в местах схода на проезжую часть. Качество работы оценили представители общественной организации НКО «Центр Эксперт». Исследователи доступной среды провели проверку доступности обновленного тротуара для людей с ограниченными возможностями. Мы, конечно, смотрим на организацию доступной среды. То есть есть определенный пул требований законодательств Российской Федерации, при выполнении которых создается доступность для маломобильных групп населения. В целом объект неплохой. Есть, конечно, некоторые замечания. По итогам комиссионного выхода подрядной организации рекомендовано выполнить работы по исправлению замечаний. После сообщения о готовности объекта к сдаче будет назначена новая дата выезда уже межведомственной комиссии на окончательную приемку. Так, на этой неделе межведомственная провела также проверку работ на объекте капитального ремонта на улице Республиканская. Проведены работы по устройству дорожной одежды, щебеночного основания и два слоя асфальтобетонного покрытия. Также в рамках работ был устроен тротуар и установлены дорожные знаки. Напомним, этим летом ремонт затронул 6 тротуаров. Также в рамках двухлетнего муниципального контракта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Твери отремонтируют еще 14 тротуаров и 20 улиц города, общей протяженностью порядка 25 километров.